Социализм уже разрушен. Капитализм еще не наступил. В стране идет массовая приватизация. Крупнейшие предприятия, созданные в Советской империи за 70 лет, продаются на аукционах. Иностранных инвесторов к торгам не допускают. А внутри страны денег нет ни у кого, кроме нескольких банков, приближенных к властной верхушке. Именно они практически монопольно, за бесценок, скупают на аукционах все лучшее, что есть в экономике России. 1 февраля 1994 года некое частное лицо, никому неизвестный математик-одиночка, объявляет о создании новой кредитной организации МММ для привлечения средств населения. Создатель МММ печатает и продает свои собственные акции, или, как он сам их называет, билеты. Эти билеты торгуются по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера». В средствах массовой информации развернута невиданная по своим масштабам рекламная кампания МММ. Четверть рекламного времени всех общенациональных каналов занимают рекламные ролики МММ. Тысячами открываются пункты продаж акций МММ. Количество вкладчиков увеличивается по миллиону человек в неделю. Рядовые граждане по всей стране начинают охотно расплачиваться акциями МММ между собой, наравне с рублями и долларами. Вот ты даже думаешь, что мне просто все и легко. Да не ты, все так думают, и думали, и будут думать так. Да? А я тебе скажу, нет. Мне ведь нелегко. Ой, как нелегко. И ты задумайся, что будет, если все там будут соображать. А что, действительно у этого, как его там, Мамонтова, 10 миллионов вкладчиков. Это если это будет... О, твою мать, не может. Может и больше. Точных данных пока нет. Так вы добудьте эти данные. Потом сделайте хоть что-нибудь для этого. И с ним сделайте. Кстати, Виктор Семенович, вкладчиков у Мамонтова на вчерашний день 11 миллионов 734 тысячи. Ух, твою мать. Я объявляю свои подписи произведениями искусства. Интересно, интересно. Скажите, пожалуйста, откуда же берутся цены, так сказать, на эти, как вы сказали, произведения искусства? Я сам назначаю. Как ты сам? Ну, просто объявляю и все. Главное, что сегодня цена выше, чем вчера. Я даже готов публиковать цены на 2 недели вперед, чтобы люди были в курсе. С оговоркой «предполагаемая цена». Предполагаемая цена. Юридическая консультация Гутова. Ага. Бракоразводку оформим. Давай, 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 давай. Сделаем, приходите. Послушайте, я тут вот что подумал. Вам, вашей, ну, пирамиде, наверняка же потребуется юрист, а? Спасибо. Значит так, вот это все дело я передаю Стасу в ФСК. Да, пусть они там все со своей стороны, а ты уже здесь, так сказать, со своей. Сотни предприятий по всей России останавливаются из-за недостатка финансирования. Рабочие месяцами не получают заработную плату, в то время как господин Мамонтов вбухивает миллионы рублей в свои дешевые популистские акции.
Ну что, наружку увеличиваем? Да, полный пакет. Телефонные разговоры, банковские счета. Так точно. Я все равно не понимаю, если он не Белявского, то чей? Но не может быть, чтобы он работал один. Написано, что он даже ни разу из-за границы-то не был. С таким-то баблом. Похоже, за ним никого. Вот, ты же говорила, на квартиру и ремонт. Ну, куда ты на стол положил? Убери, пожалуйста. Извини. Ну, красота? Да. Так, на свечи. Вставляй. А знаешь, меня сегодня убить хотели. Кто? Моя фамилия Зотик. Работаю в службе безопасности Белявского. Пришли меня убивать? Нет, но по расчетам Белявского вас убьют через 4 часа 35 минут. Охрана у вас не очень. Будут стрелять в меня, могут зацепить вас. Оружие берите. Познакомьтесь, это ваш новый начальник. Зотик... Дмитрий Васильевич. Дмитрий Васильевич. Ну и как меня убьют? Красиво. Да нет, честно, машину взорвали. Так что у меня сегодня тоже день рождения. Оль, я не знаю, как сказать. Мне вас не хватает с Иришей. Попробуем вместе. Зачем? Прибрали за собой? Хорошо. Очень хорошо. С меня причитается. Раз, два, три. Ну все, я за тарелками. Ириш. Спасибо тебе. Милые женщины. Знаешь, что у меня для тебя? Вот. Это настоящая бабочка-кавалер. Она прилетела к тебе из далекой Индонезии. Ириш, ты же у меня принцесса. Принцесса? Вот. У каждой принцессы должен быть свой кавалер. Слушай, Белявский, самолет тебе, конечно, хороший, но беговую дорожку бы поставил, что ли? Могу свою одолжить, все равно без дела пылиться. А у меня и без нее бегать не хватает. Что, волка ноги кормят? Да мои ноги ни одного волка кормят, а целую стаю. Ну, как у вас дела? Очень хорошо. Вот у нее ротика нет. У гусеницы есть ротик, а у бабочки ротика нет, зато у нее есть хоботок. А пища попадает через вот этот маленький хоботок при помощи нижегубых щупиков. А грызущий аппарат, в процессе эволюции остался лишь у обычной моли. Вот. А мне вот что мама подарила. Смотри, какая красивая. Ириш, это некрасиво, Ириш. Это кусок пластмассы с вискозными нитками. Это дешевая китайская подделка. Красивая, вот, красивая. Ты с ума сошел? Ты с ума сошел?
Ты понимаешь, что я всего 6 лет? Давай собирайся и уходи. Деньги на лобби вашей думе и правительству уже выделены. С кредитами мы тоже поможем. Но от вас нужны гарантии. Все-таки необходимо принять закон о демонополизации вашего народного хозяйства. Документы я подготовлю. Сделаем. Сделаем, извини. Да. Илья Викторович, здравствуйте. У меня тут случайно чайка взорвалась. У вас есть спецы по жестянке? Это я шучу так. А вообще-то у меня нет чувства юмора. Илья Викторович. Короче, ведите себя прилично. А теперь ты меня послушай, Мамонтов. Алло! Алло! Да это так, связь паршивая. Это тот самый Мамонтов? Я слышу, у вас большие проблемы с этой компанией. Что все вкладчики ходят к нему. Я решу эти проблемы. Только без трупов. Да какие трупы? О чем вы говорите? Белявский, если вы сейчас уберете Мамонтова, его вкладчики выйдут на улицы, кончится каким-нибудь обстрелом парламента. А нам нужно, чтобы все было тихо. И чтобы парламент работал, законы принимал. Сергей Кондратьевич, вы меня слышите? Тираж не успеваем печатать. Да, типографии не справляются. Мужики, давайте сейф ко мне в кабинет. Быстро везите. Мощности не хватает. Ни наших, ни европейских. Я уже всех, кого можно, зарядил. Печатайте в Китае. Точно. В Китае. Здорово, старичок. Да, да, я. Ну, как там наш вождь и учитель? Как его драгоценное здоровье? Слушай, я вот что звоню. Там опять проблемы с этой фирмой, с МММ. Этот Мамонтов совсем оборзел. Хочу ему вломить. Сам в Кремле? А ты не мог бы ему доложить об этой ситуации? Ну, чтобы он команду дал, а я там сам все решу. Спасибо. Спасибо, старичок, да. Счастливо, обнимаю. Угу. Чайку новую нашли. Поехали. Может, арабскую линию отработать? Или кавказскую? Может, китайцы? Милицию вызывали? Имейте в виду. Барышня успешно достигла совершеннолетия, поняли? Ну а чё, мне уже 16, я... Да, у меня есть право хранить молчание. Все, что я скажу, будет использовано против меня. А еще у меня есть право на один звонок, да? Угу. А, нет, нету. Отключили за неуплату, кстати. Хорошие в милиции машины теперь. Чайка где? Ух ты. Переходим на новый уровень? Ай да. Пойдемте. Давай.
ну что значит дорого? Я же не машина, это реликвия. Антош, я к соседу подключилась, теперь хоть в Штаты звонить можно. Все счета ему будут приходить. Между прочим, мой дед, царство ему небесное, получил ее за разработку полупроводниковых лазеров с электронной накачкой. Вы что, вот эти вот диваны, они помнят задницы Йоффи и Ландау. Между прочим, задница лучших умов страны Совета. А яблок хотите? Ну и зачем ты продаешь этот раритет? Да. Ой. Тяжелая доля легкомысленного наследника. Батя умер, а я вот, видите, продаю. Решил тоже долго здесь задерживаться. Буду прожигать жизнь, умру молодым. Вот тут, кстати, мини-барчик нормальный, смотрите. Ну что ж, пока ты жив, поехали оформлять. Что, покупаете, что ли? Да. Прям так, не торгуюсь. Да. Нормально. Давай за ними. Послушайте, вы, конечно, извините, это вопрос интимный. А зачем вам чайка? У вас такой вон, блин, GPR роскошный. Любите правительственные тачки, да? Гагарин. В смысле? Гагарин ехал по Москве в черной чайке. Я маленький был, видел. И меня такая наполняла, как ее, гордость. Угу. Что я решил, вырасту, стану космонавтом, у меня будет чайка. Космонавтом я не стал. Зрение. А чайка... Дверь, принадлежащий бизнесмену Мамонтову, был взорван в самом центре. Круто. Зелеными или рублями рассчитаетесь? Мамонтовки подойдут? Да, вообще отлично. Слушайте, господин хороший, но раз такая пенка пошла, может быть, еще чего-нибудь купите? Может, это надо что? Ну, например. Ну, не знаю. Разные темы есть. Есть даже коллекция пластов виниловых. Кстати, можете дачу купить. Или, не знаю, душу мою бессмертную. Деньги просто очень нужны. Душу? Хотя нет. Душу все-таки нельзя. Почему? А не рентабельно. Вы понимаете, что получается? С одной стороны этой покупки, ну, конечное количество богатств, довольно скупо ограниченное земной жизнью. А с другой, субстанция протяженностью вечность, не подверженная никакой амортизации. А если предположить, что использование купленной души имеет хотя бы какое-то монетарное изложение, да пусть даже самое минимальное, пусть даже стремящееся к нулю в бесконечности, то понимаете, учитывая ее вечное использование, это гораздо больше, чем любое конечное множество. Так что сделка выгодна покупателю, но отнюдь не продавцу. Тем более, что цену назначает покупатель. Так что извините. Филфак? Физтех. Преддипломная расслабуха. Насколько возрастет капитал $2000 на 3 года под 20% годовых при начислении сложных процентов декурсивным методом? Ого. Ха. Методом постнумеранду это 1 плюс 2 в третьей степени, это 1456 долларов США. Вот. А что? Раз затеяли разминку, тогда моя очередь. Давайте-ка. Объем инвестиций – 3 миллиона. Каков срок окупаемости проекта при ставке 10% годовых? Какой ожидаемый доход? Ух, ну
1700 в год. Слушайте, у вас дети есть? Семь лет, 138 дней, 16 часов, 48 минут. Ни хрена себе. О, мои, кстати. Работа нужна? I'm ready. Природа этого явления элементарна. Жадность – мощнейший человеческий вектор. Форма направленной энергии. Весь капитализм построен на индивидуальной жадности, и эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей. И тем самым сжигают друг друга. Бесцельно пропадает колоссальный запас энергии. Я могу накапливать эту энергию, покупая каждую индивидуальную жадность. Ну, это понятно все. А что с зарплатой? А? Опа. Подождите, а вы... Вы что, мамонты, что ли? Антон? Пошли, Антон. Пошли. Только за полгода акции выросли в 127 раз. Все уже вкладывают. Бабульки несут похоронные деньги. Директора заводов задерживают зарплаты, чтобы прокрутить деньги в МММ. Даже вон Галяновская братва 90% общака вложила. Это что же получается? Если темпы роста сохранятся, то через полтора месяца к Мамонтову уйдет четверть денежного оборота страны? А через три месяца 40%. Моя цель – собрать эти разрозненные, бьющиеся друг с другом индивидуальные жадности в одну. Жадность одного, пусть даже очень сильного, мощного человека – ничто по сравнению вот с этой жадностью миллионов. То есть МММ – это такой аккумулятор жадности, да? И одновременно ее усилитель. Каждый приносит свою индивидуальную жадность в виде денег. С ростом процентов растет и жадность, ее суммарная корпускулярная энергия. Это энергия моя. Слушайте, прям как у нас. Все время приходится увеличивать дозу. Жадность. То есть фактически вы создали собственные деньги, не подверженные инфляции, да? Только вместо золотого запаса жадность. В отличие от золота, жадность – ресурс неисчерпаемый. Чем больше человек получает, тем больше хочет. А диван-то куда ставить? Ну, да. Вы бы хоть кабинет свой завели. Реально, мамонт. А чего в офисе так мало? Девушек работает, а? Не выдерживают. Да. Теперь народ несет свои кровные не в сберкассу, а из сберкассы и прямиком ко мне, в МММ. Причем деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем. Деньги – это не цель. Деньги – это только средство. В стране идет приватизация. Продаются огромные богатства. Нефтяные компании, металлургические заводы, угольные шахты. Купить можно все. Дома отдыха, прачечные, сауны, черта в ступе. Причем продается это все за бесценок по сравнению с реальной стоимостью. Пошел, пошел, пошел!
придумано гениально. Иностранцев на аукцион не пускают, а внутри страны ни у кого нет денег. На, посмотри, как красиво. Кроме нескольких банков, которым их выдали именно для того, чтобы они спокойно скупили все. Все продумано, все поделено. Мне нужно вас на местах! Но тут вдруг появляюсь я. Зотик! Чё стоишь? Ложись на пол лицом вниз! И собираю с нашего родного населения столько денег, сколько нет у этих банков вместе взятых. Сергей Кондратьевич, здравствуйте. Мы из налоговой инспекции. Попрошу предъявить все необходимые финансовые документы. Пойдемте. Пожалуйста. Господа журналисты, вы готовы? Тогда снимаем. Так, извините, господа журналисты, съемка запрещена. Это не снимать, что это? Не снимать тут. Господа, ну я же попросил. Остальное в следующей комнате. Не снимать, пожалуйста. Я вам не буду мешать. Разошь. Ключ в дверях. Сергей Кондратьевич. Да. После визита налоговиков в фирму МММ вкладчики спешат избавиться от мамонтовок. Этот жулик, он трудовой народ обобрал. Мамонтов аферист. Почему молчит правительство? Сергей Кондратьевич, вы гляньте, что делают суки, а? Оставили своих детей голодными. Из-за этих вот бумажек у нас вся жизнь. Теперь нищие. Это что за хрен в трусах? Из-за бумажек этих, которые ничего не стоят. Которые вообще ничего не стоят. И вообще, мамонтов! Эти бумажки, это что, мамонтовки, что ли? Настоящие! Смотрите! Да куда ты по ногам попадешь? Я тебе раз к камеру казал! Да куда ты перебьешь? Отойди! Отойди! Придурки. Выяснить, кто поднял спецназ? А что тут выяснять? Белявский, его стиль. Что у нас по-новенькому? Антон Фомин. 23 года. Вундеркинд. 12 лет школу закончил. Победитель всех московских математических олимпиад. Нас же хотели вербануть его 3 года назад в шифровальный отдел. Но он полностью асоциальный типок. Алкоголик, дебошир, ну, короче, деградант. А мамонта он на кой? Твоя задача – купить с нуля несколько чистых банков. Туда мы перекачиваем деньги, поступающие с МММ. От имени этих банков на аукционах страны скупаем страну. Я понял, что с налоговой проверкой. Пока они нас будут проверять, нашими вкладчиками станет вся страна, включая самих проверяющих. Сергей Кондратьевич! Да, я здесь! Я же говорил! Я же предупреждал вас, панический сброс пошел! Первое! Работаем до последнего клиента, хоть круглосуточно! Второе. Повышаем темпы роста в 2.5 раза. Пока не погасим панику. Повесь цифры в каждом отделении. Сейчас же! Ты понял меня? Собери группу аналитиков. Мне нужны самые лакомые куски по всей стране. А в регионах не будет проблем с местными бандитами? Проблем не будет. Будет крыша. Нифига себе! Сколько макулатуры! А мне батя с горшка говорил: Антоха, ты рожден для великих дел. А я, представляете, не верил. Я не верил! Папе надо верить.
Как мы уже сообщали, Государственная налоговая служба России и Департамент налоговой полиции объявили, что в ходе своей проверки структуры МММ они вскрыли грубые нарушения налогового законодательства. Между тем, по объяснениям руководства МММ, эта фирма провела всего одну сделку и не получила прибыли, поэтому налогов платить было не с чего. Приветствую, Резов. Здравствуй, дорогой. Вот, возвращаю. Здесь все, включая проценты, 1.5% в сутки, 6 месяцев. В общем, как договаривались. Не чести, Сережа. Обрати внимание. Я ведь не случайно тебя сюда позвал. Накрыл типографию. Мой заказ. Это не твой заказ. Фальшачок. Хорошим ты жирком оброс, Сережа. Подделывают тебя уже вовсю. Я подумал, по 5% за сутки ловчее будет, справедливее будет. Тогда встречное предложение. 15 миллионов в месяц. И что ты хочешь от Резо? Меня интересуют аукционы. Аукционы приватизационные. Интересно, энергетика, нефтянка, металл. Собираюсь скупать акции. Ну, а ты меня прикроешь. Работа большая, по всей стране. Так, чтоб ребят моих не трогали. В случае чего подстраховали. Смотри, Сережа, обо мне тоже пресса пишет. А ты мне скажи, китайчик, он деньги в твоих акциях хранит? Понятия не имею. У меня билет на предъявителя, паспорт никто не спрашивает. А я тебя попрошу вот о чем. Ты вот этот чемодан переведи в свои мамонтовки. И миллионы, которые будешь мне платить, туда же. А с этим что будем делать, партнер? Технически сделано неплохо. Но он хочешь, печатай гонорары своим ребятам. Только смотри, чтобы никто больше этим не занимался. Почтеннейшая публика, приносим извинения за доставленные неудобства, но дообедать придется в другом месте. Итак, просьба всем освободить помещение. Приветствую. Помнишь, ты мне говорил, что за все мои долги твой ресторан можно будет купить? Кирилл! Лучшие годы своей жизни. Ха, местечко-то намоленное. Что там, лохи собрались? Человек 200 уже. Давай их группами человек по 20. Кто-нибудь из вас видит цветные сны? Отлично, вы приняты, остальных я не задерживаю. Я что-то не понимаю, цветные сны-то тут при чем? Вы понимаете, мадам, мне нужны люди немного чеканутые, а цветные сны – это клинический признак латентного безумия.
Мегавазбанк. 3 года на рынке. 100% годовых. Мегавазбанк. Самый надежный банк России. А этот диктор, он что, кончает, что ли? А давайте вы сами своим голосом и озвучите. У вас такие обертона. А вы мне заплатите? Это отсюда Мамонтов свои ролики транслирует? Продается? Я прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста. Деньги налево уходят, понимаете? Воруют у нас, все партнеры воруют. Командор! Оцените мысль. О себе подумать надо. Мне по барабану, ты юрист, ты и думай. Гутов, выйди, пожалуйста. Мне нужно 7 вагонов денег. Зачем? Белевскому отдам. Видели его рекламную кампанию? Он ждет больших вливаний, и мы их ему устроим. По всем филиалам распихаем большими кусками, а потом одним махом снимем. Главное... Я хотела бы открыть в вашем банке счет. Вовремя жахнуть. Счета открываем в разброс в течение недели, чтобы не вызывать подозрений. У нас очень крупный клиент. Все бросай. Нужна срочная инкассация. Всех вас будут пытаться прощупать. Поэтому бросили деньги и делайте что угодно, но оставайтесь на виду. Жрите, бухайте, сорите бабками и понтуйтесь сколько угодно. Рубашку смени. Ты что, все ваши деньги? 7-то хватит. Да я думаю, с запасом. Главное вовремя шарахнуть. По моим подсчетам, такой объем нала они за пару недель спустят. Тут-то мы их и пресечем. Контрольная связь по телефону только через меня. Что-нибудь поняли, нет? Что там, Владивосток? Все в порядке, Антон. Проглотили как миленькие. Моя часть уже лежит. Питер! Антош, по моим сведениям, Кировский завод уже под Мегавазбанком. А мисс Ростов-на-Дону? А у меня тут они недвижимости полгорода нахапали. Расчет тоже наличными. Теперь замерли. Сидим, не дергаемся. Наблюдаем, ждем моего сигнала. Поняли? Конец связи. Куда? По чайнику. За вас. Как только они услышали об увеличении заработной платы, они сразу все вопросы сняли. Там есть пару человек, которые воду мутят, из стариков. Но я думаю, мы с ними справимся. Так что теперь контрольный пакет канала ваш. То есть мне теперь за рекламу не придется платить? Конечно, теперь это ваша реклама. Сядь. Надо нашим роликом весь прайм-тайм прямо плотником забить. Слушай, а ты знаешь, неплохая реклама получилась. Нет, правда? Бьет прям в самое яблочко. И большой клиент пошел. Неужели в России реклама так работает? В России только реклама и работает. А что это? Американский завтрак. Пора переходить на здоровое питание. Идея очень актуальная. Я уже все почти подготовил, надо только, чтобы вы одобрили. Смотрите, покупаем конкурс «Мисс Россия». И делаем конкурс Мисс МММ. Глобально же. Антош, для того, чтобы познакомиться с хорошей девушкой, нужно иногда спускаться в метро. Да при чем здесь это? Сергей Кондратьевич. Да. Это с камеры, которую я поставил в хранилище. Ха-ха. Не одна она такая гутоперчивая. Все воруют. Ее уволишь, придет другая, еще хуже. Ну, не рот же человеческим мне переделывать. Зотик,
А ты можешь включить громкую связь? Работает? Лидочка, у тебя такая замечательная фигура, а ты ее прячешь. И как начальник службы безопасности, я прошу вас приходить на работу в обтягивающих шортах. Сергей Кондрач, мне кажется, что вы не до конца оцениваете все возможности этого ресурса. Угу. Это же лохматое золото. Надо пускать его в оборот. Здравствуйте, барышня. Отлично выглядите. А где я могу найти вашего шефа? У меня для него очень важные документы. А в результате наша красавица-победительница автоматом едет на всемирный конкурс, где ходит по подиуму вот с такими вот золотыми буквами «Мисс МММ». Круто же! Антон, тебе больше нечем заниматься, а? Сергей Кондратич, иди в рекламный отдел. Я понял. Пускай они посчитают смету, я посмотрю. Подожди здесь. Стой здесь, смотри внимательно. Во, значит, как у вас тут все устроено, да? Прям секретный бункер. На силу вас отловил. Поздравляю, вы меня поймали. Ознакомьтесь, пожалуйста. Это что? Это акт проведения налоговой проверки. А когда же вы успели все проверить? $50 миллиардов рублей. А вы, видимо, не все поняли. Это 50 миллиардов. Я понял, понял. Дай ручку. Пожалуйста. А ручку верните, пожалуйста. Ручку. А, прошу прощения. Все? Да. Свободны? Спасибо. Извините. Так, что у нас по мегавазу? Там ничего нельзя было сделать. Он просто взял сразу и подписал. То есть он даже сопротивления не оказывал никакого. Вот мы и ушли. А главное, как будто ему каждый день такие бумажки заносят. Да почему 50? Надо было 150 миллиардов написать! Всего лишь надо было вызвать его на сопротивление властям! Знаешь, сколько мне каждый вызов спецназа стоит? Идиот! Пошел вон отсюда! Всю рекламу. Смоги. Снимай всю рекламу, вместо нее везде ставь следующий текст. Правительству Российской Федерации. Власти развернули агрессивную кампанию против МММ. Страдают интересы миллионов вкладчиков. Мы требуем отозвать акт налоговой проверки. В противном случае мы начнем сбор подписей для проведения референдума о доверии к властям. Товарищ генерал, сигнальный номер коммерсанта. А вместо рекламы – Мамонтов. Ага. Война, значит. Ну что ж. С
Сегодня с утра все офисы компании МММ закрыты. Вкладчики бурно обсуждают появившиеся в СМИ обращения господина Мамонтова к российским властям. Глава МММ требует в трехдневный срок отозвать врученный ему накануне акт налоговой проверки. В противном случае Сергей Мамонтов угрожает начать сбор подписей по требованию проведения всероссийского референдума о доверии к властям. Мама. Это уже национальная сила. И тот, кто думает, что это не так, тот ошибается. Следственный. В заявлении, в частности, говорится, Союз акционеров намерен провести общероссийский референдум. А людей-то 7 миллионов. Ведь если они поднимутся, мы все передние и задние проходы городу Москве перекроем. Никогда прежде хозяева частной компании не грозили отставкой целому правительству. Я думаю, это третья революция в России. Ребят, а вы к кому? Мы из налоговой. Ага. Сергей Кондратьевич. К нам гости, говорят, что из налоговой. Включи им телевизор. Им будет полезно послушать. Пойдемте, у меня чаек закипел. Как вы можете прокомментировать угрозу Мамонтова созвать референдум? У нас правовое государство и... Если господин Мамонтов не согласен с решением налоговой инспекции, то он может подать дело в суд, а не шантажировать власть беспорядками. Да. Да ничего, работай как работал. Точно все нормально? У вас же все пункты закрылись. Но ты-то открыт. Я посмотрел документы, меня все устраивает. Мне все очень нравится. На счету у тебя куча бабок, так что продолжай скупать. Только темп, только вперед. Ты должен вдарить локомотивом. Иначе не имеет смысла. Нас сметут. А не стрёмно, Сергей Кондратьевич? Антон, ничего не бойся, я тебя прикрываю. Скандал вокруг МММ приобретает... Доброе утро. Здравствуйте, Сергей Кондратьевич. Сидите, сидите. Сидите. Ну, чем обязан? Ваши претензии приняты. Акт налоговой проверки был проведен с очень многими нарушениями и признан недействительным. И так идет борьба за власть. Люди доказывают друг другу. Ну, что теперь? Будет проведена новая проверка уже строго по закону. В течение 10 дней вы можете подать свои документы в налоговую полицию. Вот наша визитка. Если у вас какие-то вопросы, звоните. Всегда будем рады вам помочь. Управление экономической контрразведки. У-у-у. Какая прелесть. А кого спросить? Товарища Михаила Викторовича или господина Михаила Викторовича? Да нет, просто Михаила Викторовича. А можно сейчас спросить, Михаил Викторович? Да, конечно, пожалуйста. Скажите, вы в юности мастурбировали? Не понял, еще раз. Мастурбировали? Не один раз приводили наши сбережения к нулю. Понятно. А на макароны останетесь? Гонщик, я сказал сообщник! Мне накладные нужно было. И я пошел. Я правду говорю. Нашли фургон. Где?
В мытищах на свалке. Дотла выгорел. Вот Мамонтов. Еще 3 месяца выиграл. Пока теперь там эти документы восстановят. Как мы уже передавали, в течение ближайших недель должна была пройти плановая налоговая проверка АО МММ. Но накануне во время погрузки финансовой документации специальное транспортное средство было угнано. Данный факт подтвердили сотрудники ГАИ. Факт спрашивает. Перепроверю вот эти цифры. Кнопка, есть монетка? Нет, слушай, нет. Тебя Гудов там ждет на улице, шифруется. Вот здесь. Угу. О, здорово. Антоша. У тебя есть мелочь, а? Да ладно. Видишь ли, Антоша, мы из последнего сброса еле вынырнули. Времени остается мало, не сегодня, завтра, думаю, Кондратьича-то прижмут. Ну и что? Так о себе подумать надо. Давай мы с тобой в офшоре подушечки сделаем. Как думаешь, а? Я все продумал. Механизм несложный. Угу. Гудов, повернись, а. А чё? Да повернись, повернись. Чё ты, испачкался, что ли? Что же вы за люди-то? Браво, мисс МММ! Он же совсем с ума сошел, что ли? Мы поздравляем победительницу. Он скоро свои 3 буквы М на все сиськи страны приклеит. Все. Пропала Россия. Скоро все мычать будем. Сильный игрок этот Мамонтов. Почему бы тебе не переманить его в союзники? Кондрач, если бы только знали, как Антоша огорчился, что вас не было на церемонии награждения. Он вас очень ждал, очень. Такой триумф, говорит, и без шефа. Без Сергея Кондрача никотин. Я ем на обед золотые слитки, бриллиантовый десерт и нефтяные сливки. Мне имя Титамир, хозяин стратосферы. Я нереальный кул, и мне респект из меры. Что это за масочка у тебя? А, я тебя помню. Надеюсь, ты без ОМОНа? А то здесь все по моим правилам. По твоим? Сомневаюсь. Молодец, жестко отжигаешь. Будет еще жестче. И что для этого надо? Устроишь интервью с Мамонтовым? А интервью со мной ты не хочешь? А кто ты такой? Сергей Кондратьевич, какими судьбами? Правильно. Все-таки не ждал меня. Я прав? Ну, честно говоря, я не думал, что вы зайдете. Я сам не ожидал. Что мне здесь делать? Ну, как что? Купаться в лучах славы и успеха, Сергей Кондратьевич. И это все, что тебе надо. Как вонючий папуас повелся на стеклянные бусы. Что вас, собственно, не устраивает? Скупки идут, работа движется, Сергей Кондратьевич, вся страна на ушах. Что еще? А потом, кроме вашей пирамиды, вы, конечно, извините, есть еще много других пирамид. Интересно. Вот, например, пирамида веселья. Вы понимаете, это же тоже новый мир, в котором все только начинается. Надо учить людей тратить деньги. Жаль, что вам этого не понять.
Вас же интересует в людях только жадность. Веселье неинтересно. Ограничено во времени, то есть конечно. А ты, стало быть, научился стоять на пирамиде? Ведь ноги разъезжаются, острие тыкается в промежность. А не надо меня учить, что делать с баблом, которое я сам заработал. Я же не суюсь в ваши шкафы со скелетами. А если я долблюсь, Сергей Кондратьевич, значит, я долблюсь. Это мое топливо, мой мозг на нем работает так, как не работает ни у кого. Это способ влияния на тебя, а это вообще все объекты воздействия на твою волю. Подставят, кинут и уведут все в офшор. Кстати, не предлагали еще? Минуточку. Я вам душу свою так и не продал, вы не помните? Мозги, да, а душу извините. Сомнительное вложение. Зачем покупать душу, если можно в любую минуту купить твою жизнь? Ваша тоже. Ошибаешься. Нельзя купить то, чего нет. Ты же математик. Теорема работает, а где те, кто ее доказал? Вы мне не папа, чтобы... Я тебе! Больше, чем папа! Я тебе дал шанс поставить мир раком! А я что сделал? А ты сделал так, что мир поставил раком тебя. Мне кажется, что гнев доставляет вам больше вреда, чем то, что заставляет вас гневаться. Я не знаю, что такое гнев. Я просто делаю выводы. Что тебе нужно? Я за вами охочусь. Я не даю интервью. А мне не нужно интервью, я хочу переспать с вами. Скажи, ты спишь со всеми героями своих репортажей? Это мой профессиональный прием. Я распознаю героя через его либидо. Секс – самый лучший способ понять суть человека. К тому же самый быстрый. И что мое либидо? Оно вполне соответствует масштабу твоей личности. А если серьезно, я с объектом не сплю. А я объект. Угу. Фотограф не должен вмешиваться в жизнь. Он должен просто фиксировать. У меня один знакомый репортер. Работал в Калмыкии. Там загорелась конюшня вместе с лошадьми. Они мечутся по конюшне. Уже гривы горят, а ворот закрыт. Дико красиво. Он хотел сначала их выпустить, а потом начал просто снимать. Народ прибежал, все потушили, а лошади сгорели. Ну, я надеюсь, ты удачно продала фотографии. Возьми трубку. Алло? Я в душе. Он в душе. Тебя приглашают на расширенное заседание кабинета министров сегодня в 5 вечера. Я подумаю. Он подумает. Да. Это Белявский. Предлагаю встретиться до заседания правительства. Где и когда? В Обыденском парке. У водопада. В 3.
Если правительство мешает заниматься любовью, зачем нам такое правительство? Сергей Кондратьевич, познакомьтесь. Георгий, мастер разговорного жанра. Ну и что тебя интересует на этот раз? Нужно записать разговор, который записать невозможно. Улица, помещение. Улица. Парк. Ну что ж, если нельзя услышать, то можно увидеть. Где-то я вас видел. Разрешите? У вас есть очки с тонкой оправой? Я искренне восхищаюсь вами, Сергей Кондратьевич. За полгода поднять такую махину, в то время как я со своими американскими друзьями пытался работать с семьей, пытался работать с парламентом, вы зашли снизу, взяли массой, так сказать. Потрясающе. И сколько у вас сейчас вкладчиков? Американские друзья. Очень интересно. Да, у них есть партнеры за океаном. Крупнейшие финансисты. Крупнейшие. Они очень заинтересовались. Мне лестно. Я уполномочен поговорить с вами о сделке по МММ. Цена вопроса. 50 миллиардов долларов. Зачем вам МММ? Влиять, Сергей Кондратьевич, влиять. Вы передайте своим друзьям, что я отказываюсь от их лестного предложения. Сергей Кондратьевич, 50 миллиардов долларов. Вы подумайте, не спешите. Я очень быстро думаю. Это ваш окончательный ответ? Илья Викторович, я Россией не торгую. Ну тогда так. Давай, смотри. Я кидаю своих америкосов, и мы начинаем править. Вдвоем, вместе. Ты и я. Ну и нахрен ты мне нужен? Сторонних электромагнитных излучений нет. Объект чист. И не скажешь, что в прошлом году по нему из танков лупили? Захотели бы, сложился бы, как карточный домик. Но это в теории. Это же грозит социальным взрывом. Миллионы простых людей будут обмануты. А заседание правительства, собственно говоря, где? Проходите. А вам нельзя. Это банальная финансовая пирамида, где безумные проценты вкладчики получают от других вкладчиков. И при этом еще умудряются опаздывать на заседание правительства. Продолжайте. Мамонтов, используя трудности переходного периода, выманил у людей
У наших с вами сограждан их сбережения. Министерство внутренних дел ждет решения правительства и прокуратуры. Мы готовы хоть сегодня в отношении господина Мамонтова принять соответствующую меру воздействия. Господин министр. Да. В этот трудный для страны переходный период хочется поинтересоваться, сколько стоят ваши часы? Причем? Что? Часы у вас на руке. Сколько стоят? 20 тысяч долларов, 30, 50? Какая у вас зарплата? Или это государственная тайна? Это интересно. Сколько часов нам здесь понадобится, чтобы, так сказать, обсуждать чьи-то там часы? У нас на это нет времени. Если у вас есть что-то конкретное, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Да. У него самого часы-то сколько стоит? На сегодняшний день в МММ 20 миллионов вкладчиков. Не 3-4, как думают в Государственной Думе. 20 с лишним миллионов вкладчиков. Прирост 1 миллион в неделю. Это новые деньги. Уже сейчас вся страна расплачивается ими наравне с долларами. Многие предприятия выплачивают ими зарплату. Через полгода, нет, раньше, билеты МММ автоматически станут доминирующей валютой этой страны. Ну и как же вы собираетесь, так сказать, с этими вашими мамонтовками? Необходимо начать массированную реализацию акций МММ на Западе. Пример фантастического успеха здесь, в России. И агрессивная, круглосуточная, правильно выстроенная рекламная кампания, и сотни миллиардов долларов вольются в нашу экономику. Привлеченные возможностью поучаствовать в приватизации наших огромных природных богатств, земли, научной и космической технологии, вкладчики по всему миру превратят МММ в крупнейший аккумулятор денег. Я повторяю, в крупнейший за всю историю человечества финансовый фонд. Государство получит огромные деньги. Огромные! В считанные месяцы вы забудете и о дефиците бюджета, о невыплатах пенсионерам и так далее. Зачем качать нефть, если можно качать деньги? Мамонтовка станет альтернативой доллару, новой мировой валютой. А Россия станет не менее мощной сверхдержавой, чем США. Не за счет военной силы. Смешно в 21 веке воевать в кирзовых сапогах. А за счет финансовой мощи. Социализм в прошлом. Капитализм еще не наступил. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. Мне от вас нужно только одно. Законодательное обеспечение билетов МММ государственной гарантии. Самое простое и эффективное – это использовать в качестве гарантии землю. Она сейчас ничья. Никак, никем не обрабатывается. Объявите всему миру, что билеты МММ гарантированы землей шестой части суши. И алчный Запад вольет в вас не миллиарды, триллионы. Так что давайте объединим ваш административный ресурс, дипломатические связи с моими навыками и наработками. Все расчеты я могу вам предоставить. Решайте, господа. Или приблизительно то же самое я сделаю без вас.
Да, говори быстрее. Мне вот хотелось... Секунду. Сергей Кондратьевич, принесли конверт... Это что? Лида мне его передала. На нем большими буквами. Я вам читаю. Мамонтову, срочно, от дочки Ирочки. Это какая-то провокация, Сергей Кондратьевич. Алло, вы слышите меня? Я без вашего разрешения конверт вскрывать... Много говоришь. Читай подробно, что там написано. Твоя дочь похищена. Жди звонка. Обратишься к ментам, дочь в кислоте растворим. Сергей Кондратьевич, на счет три. Раз, два, три. Да. Я буду очень хорошо работаем. Себя вести. Ирочка. Папа, мне не нравится, заберись. Пожалуйста. Дяди, рядом с тобой в масках или нет? Скажи просто, да или нет? Ирочка, ничего не бойся. Я тебя скоро заберу, и они не сделают тебе ничего плохого. Теперь меня слушай. Сейчас ты позвонишь в офис и скажешь, чтобы подготовили и упаковали мамонтовок на 100 миллионов долларов. Через полчаса к черному ходу подъедет белая девятка. В нее пусть сумки погрузят. Лида? Да? А Антон звонил? Алло. Это я не вам. Сергей Кондратьевич, как только он позвонит, слушай, я обязательно вас с ним соединю. Слушаю. Если же какие-то непонятки начнут... Спасибо, Лида. Дочку пришлем тебе в жидком виде. У нас это называется рассольчик. Ты понял? Теперь я тебе скажу. Вы вернете мне дочь сегодня до полуночи. Если нет, я объявляю награду за ваши головы. 25 миллионов долларов за мертвых, 50 миллионов долларов за живых и еще по 10 миллионов долларов за каждого члена вашей семьи. Кто там у вас? Мать, отец, жена, ребенок, бабушки. За вами будет охотиться вся страна. Мамонтов, я не понял. Тебе что, дочь не жалко? Я других нарожаю! Понял! Других нарожаю? Ольга! Ольга! Кнопка, тебе ответственное задание. Купи две бутылки шампанского. Коллекционного? Да нет, самого обычного. Советского. Ольга! Ольга, стой! А еще охрану отпусти. И вызови мне, пожалуйста, такси, ладно? А ты куда? Знаешь, что я понял? Каждый человек – пирамида. Командору еду. Ты тоже будь у него в полночь, пожалуйста. Оля, я прошу тебя, не надо. Оля, послушай. Они без масок, а они не боятся, что она их опознает. Они не собираются никого возвращать, а как только они получат то, что они требуют, они тут же ее...
здесь? Когда? Когда? Завтра в 12. Голос мой. Твой, твой. Твой. Антона нет. Мамонтов говорит. Делайте все, как он сказал. Закрывайте все счета. Я хочу снять все свои деньги и закрыть счет. Нет денег. Нет проблем. Тогда я начинаю процедуру банкротства. Я готов взыскать недвижимостью, акциями. Что у вас есть еще? Одним из главных событий дня стало крушение Мегаваза, одного из самых стабильных банков страны. В интервью нашей радиостанции владелец Мегаваза, известный бизнесмен Илья Белявский, назвал случившееся наглыми происками своих конкурентов из МММ. Мамонтов пытается выставить себя эдаким Робин Гудом, но на самом деле, действуя подобными финансово-террористическими методами, этот авантюрист пытается уничтожить всю банковскую систему страны. Мамонтов возомнил себя Робин Гудом, народным мстителем. Он перешел в открытую атаку на банковскую систему России. Он угроза для всего нашего общества. Руководство МММ от комментариев по поводу ситуации с Мегавазом отказалось. Алло. Ты, Резо, походу рамсы попутал. Это когда я тебе предлагал студента завалить? Короче, собирай манатки и вали за бугор. Сделай так, чтобы я тебя больше никогда не видел. Ответственность за происходящее.